Ну что, друзья, откручиваю болты крепления головки блока на КамАЗе. Ну и видите, да, какую длинную трубу, больше чем метр длиной, плюс вороток полметра. Вот такой вот конструкцией. О, видите? И то вот он не идет. Вон вороток как гнется. Поэтому для таких вот дел обязательно используйте ударные головки. Ни в коем случае не вот такие вот обычные. Обязательно ударные головки, иначе головка может просто лопнуть. Тут изначально идет момент 170 ньютонов, но понятно, что на срыв тут 400-500, поэтому обязательно ударную головку. Короче, снимаю головку, одну из бошек, будем снимать и менять прокладку. Вот такой КамАЗик у нас сегодня.